В свое время я как-то говорил, что приеду сюда и буду вам показывать павильон Оптовик. Потому что здесь еще тогда ничего не было. Вот. А павильон Оптовик мне всегда говорил и показывал дешевые цены на DVD-диски, потому что я свои сюжеты отдаю на DVD-диски. Заезжаем мы куда? Торговые ряды автомобилистов. Я вам всем показывал, как сюда проехать. То есть все замечательные павильоны. Кстати, тут недалеко, получается, и Орион находится. То есть вы заходите не в первый павильон, а в конечный павильон. Тут два входа всего. И вот он. Торговые ряды под названием 69,70. Сейчас покажу, вот это здесь делается. Для чего мы сюда приезжаем? Для того, чтобы показать всем, что я также работаю. Я также делаю все по оптовой цене. А оптовая цена начинается с суммы всего 1000 рублей. И сейчас мы вам покажем, как вы эту оптовую цену себе можете уложить. А вот теперь, и чтобы стало быстро, и чтобы стало понятно, цен дешевле просто нет, и не буду вас убеждать. Расположение в аккурат напротив Ситна. Торговые ряды на автомобилистов. Вход северный. И еще раз место. Место самых дешевых цен в розницу, но лучше в опт. И мне сразу вспоминается то, когда я поступал в институт. Вот я поступал в институт, а что у нас было? Да у нас ничего по сути-то и не было. Представляете, да? 90-й год. Мы только начинали собирать синклеры. Так вот, до 4-го курса у меня был синклер. Новоученный. То есть мы собирали, потом купил туда и дисковод, и все остальное. Но в этот же момент начали развиваться и персональные компьютеры. То есть появились PC-шки, потом 386, 486 и пентили. И все это было за 3 года буквально, да? Ну, за 4 года, представляете, да? Вот. И тогда приходилось покупать новую технику. А новая техника всегда стоила денег нормальных. Сегодня и сейчас, естественно, компьютер у вас есть. Потому что даже 10-летний компьютер, он вполне справляется со всеми теми условиями, которые вам сегодня предстоят. Но возникают маленькие проблемки. Как, к примеру, навернулась там веб-камера, или она старая была, представляете? Сейчас веб-камера, и на ней снимать-то можно. Вот. Кстати, веб-камера 96 рублей. Опять же, мышка, если у вас навернулась. То же самое, мышка 60 рублей. Маленькая такая, прикольненькая. Я такой еще не видел. 60 рублей. Вот. Если у вас есть переносной компьютер, сейчас они есть у каждого практически, тоже переносная мышка, вот, пожалуйста. Цена вопроса 168 рублей. Вот. То, что за моей спиной, это понятно. Как вы сюда и приходите, покупаете все, что нужно в магазине Оптовик. А в магазине Оптовик легко вы можете взять все то, что я вам показал, и затратив на это всего 1000 рублей. И тогда вы покупаете по супер и мега дешевой цене. И вот еще новая клавиатура. И замечательная подставка. 162 рубля. Ага. Ну, естественен выбор. Дело в чем заключается? Я так понимаю, что вы можете в школу прийти. А в школе вот это все есть, естественно. Но как все дело перенести домой? То есть вы можете взять нормальную флешечки. Вот они тут недорогие, кстати. Кстати, цена 8 гигабайт 146,90. А 16 гигабайт 250,90 рублей. В смысле, копеек. Вот. Единственный вопрос, поставьте себе замечательный антивирус. Потому что проблемки возникают. Там захватили, домой принесли. Я не буду вам всего объяснять. Все, что продается где-то, тарится здесь. Все. И, конечно, я бы попросил продлить время работы. Но тот, кто хочет за копейки внести должные изменения, может сюда приехать и в субботу. У каждого сейчас есть нормальный сотовый телефон. У меня их несколько. Вот. Просто в свое время я как-то один из телефонов выкинул. Вот сейчас они у меня набираются, естественно. Вот. На сотовые телефоны за моей спиной есть зарядники. Здесь есть аккумуляторы. Далее, большое количество аккумуляторов. Это куда вы хотите. Цена дешевле, чем в метро. То есть, вот смотрите. Вот это беру обыкновенно. Здесь 23 рубля штучка. Но это дешевле. И все остальное. В большом количестве. Так, что касаемо телефончика, в них, естественно, вставляются карты памяти. Кстати, потом переходничок берете и вот эту карту памяти также вставляете. То есть можно использовать это дело все на сотовом телефоне.
И у них цена 32 гигабайта. Представляете? В свое время так у компьютера столько памяти-то не было. 457 рублей. Как и все, что нужно для вашего хозяйства. То есть DVD-шники, кстати, уже и не нужно, потому что вот они, замечательные карты памяти. На 32 гигабайта я себе мог уложить почти полчаса видео. Даже на 4 гигабайта. Цена 110 рублей. А еще тут есть 8 гигабайт и 135. Приходите, посмотрите сами. Так вот, я не буду вам перечислять, но за сумму, которую вы здесь купите, у своего барыги любимого все тоже, но в полтора, может и в два раза дороже. И вам, конечно, есть мысля, но зная таксу, я сумму ту потрачу на нужное мне дело. К слову о наушниках. Вакуумные наушнички поставили и слушайте музыку. Это для тех, кто может заниматься чтением литературы, когда люди вокруг тусуются. И цена-то 31,20 и 48 рублей. Ну, естественно, выбор для людей, которые ездят на машине. Потому что, простите, иногда такое случается. И без видеорегистратора за 780 рублей езды-то не получается. Да и понятно, что ехать на север не дано каждому. Но оптовик-то расширился, а проехать-то просто. Конечно, это не Сахара зимой, но за мизерными ценами мы приезжаем на центральную городскую ярмарку. А заход-то прост, с восточных ворот и в третий павильон наряд. И чтобы было понятно, не только павильон автомобилистов, торговый ряд автомобилистов, и еще и место есть на центральной городской ярмарке. Получается, восточный вход, я вам показал, как сюда проезжаете, третий ряд и павильон номер 74 и 75. Заходите.